Проверяем инерцию. Подрезать зил. И он переворачивается. Здравствуйте, что-то я вас не узнаю. Да я новенький. Игорюшины игруши. Привет, ребят, сегодня у нас новая машинка. Это ЗИЛ, полицейский, который перевозит преступников, да? Вот такой огромный ЗИЛ. Дверь открывается, уже сразу вижу. И что еще, что-то и звуки, и свет есть, да? Ничего себе. Ну, быстрее открывай и показывай ребятам. А это нам не надо, не надо. Так, давай. О-хо-хо-хо! Большой? Уступите дорогу. А где? Он инерционный, да? То есть его надо разогнать вот так. Смотри, сейчас я разгоню его. Держи. Давай инерцию проверим. Проверяем инерцию. Ничего себе, да, вот он? О, капот открывается. Ребята, ну давай проверим его полностью. Ну давай, рассказывай. Рассказывай. Двери открываются. Полиция. Полиция. Капот открывается. Посмотрите, ребята, капот открывается. И сигнализация. Звуковая. Что, не работает больше? Перестал работать. Пап, не перестал. Не перестал? А почему он? А он, наверное, закрытыми дверьми? Видел? Только закрытыми дверьми он такой работает. Все верно. Вот такой вот грузовик, ребята. Вот там преступники перевозятся. Двери открыты. И мотор. Ну что, начинаем нашу историю? Да, начинаем нашу историю. Поехали. А этот сидеть в одном из тюрем. Ждут машинку для перевозки. Да, ждут машинку для перевозки. Чтобы отдать эту преступнику в другую машинку для перевозки в другую тюрьму, да? Пока все идет по плану. Машина для перевозки двигается по направлению тюрьмы. Подъезжает к тюрьме, останавливается. Здравствуйте! У вас преступник, которого мы должны передать в другую машину. У вас? Да, у нас. Передавайте. Сажаем преступника в машинку. Охранник сопровождения садится в машинку. Закрываем двери. Закрыл двери? Да, закрыл. Поехали. А навстречу газели по направлению едет ЗИЛ. Едет полицейский ЗИЛ, чтобы забрать заключенного у них, да? Да. Но что-то тут пошло неладное. Ну тут полицейскую машинку останавливает строитель. Да, но полицейский не знает, что это не настоящий строитель. Это замаскированный бандит, который хочет угнать эту полицию. Но они об этом пока не знают. Okay. Что случилось? Почему остановили нашу машину? Так, что-то тут не то. И вдруг... И закрывает путь машинки полицейской. Стоять! А с другой стороны сзади выбегает женщина-бандит и тоже запрыгивает в кабину, открывая двери этому сразу. Вот так! Открывает двери. Открывай двери. Открывай, сломывай двери. Где? Эй, Эльза, давай открывай. Давай, открывай двери быстрее. Эльза, уезжай. Нам нужна эта тачка. Нам нужна тачка, чтобы спасти нашего товарища из тюрьмы. Ребят, бандиты захватили полицейский грузовик и уезжают. И объезжают бульдозер, едут навстречу газели. На всякий случай они взяли форму полицейского. Да, чтобы представиться полицейскими и получить заключенного, которого они хотят спасти. Вот уже мы видим уже газель. Газель двигается навстречу, останавливается, и кто-то из воришек надевает форму. Добрый день! Здравствуйте, что-то я вас не узнаю. Да я новенький. Мне сегодня поручили ответственное дело забрать
заключенного из вашей машинки и посадить в нашу. Он у вас? Да. Бандиты со стороны подстраховывают его. Партнерша. Ну что, разворачивай машину? Да. Открывайте двери. А я в свои открою двери. Открывая двери. Выпускайте заключенного. Так, сажайте его к нам в машину. Да, сажайте к нам в машину. Закрывайте двери. Ну что, счастливо, спасибо за передачу преступника. Мы поехали. Ну давайте, давайте. Но все равно мне не нравится твое лицо. Пока. Быстрее линяем, пока он не догадался, что это не полицейские. Быстрее. Преступника-то я передал, но что-то мне не нравятся эти ребята. Какие-то они странные. Развернуться, что ли, догнать? Господа, остановитесь. Я хочу проверить ваши документы. Не останавливайся, он нас засечет. Не останавливайся. Мы сделали свое дело. Своего вытащили товарища. Если он сейчас нас остановит, нам не сдобровать. Он нас отделает, ну-ка давай, подрезай его. Началась гонка. Да, газель пытается подрезать ЗИЛ. Но ей тяжело это сделать, она меньше вес. Ну. Ребят, и тут газель подрезает ЗИЛ. И он переворачивается. Преступники попали в западню. Их настиг настоящий полицейский на газели. Газель так подбила, что... Бандиты перевернулись в самом ЗИЛе. А что же заключенный, которого они хотели украсть? Что с ним? Он вылетел из машины? Он живой? Да. А бандиты поранены? О, там тоже, но она вроде не пострадала, это сообщница вот этого бандита, которого они украли, да? Ребят, газель вызвала подмогу, и всех подбили. И всех подбили, связали, все. Теперь все сообщники за свое преступление будут караться законом. Всех сажаем в машину в ДПС, а теперь вот эти не пострадали, можно их увозить. Сажай всех на заднее сиденье, бандитов. Бандит Кейзом теперь в машине. И ее сообщники тоже. Все? Да. Ну теперь вези ее в участок, будем разбираться. Я Эйзу, держись крепче. Вот такая история, ребята. Хотели украсть товарища с помощью полицейской машины, но у них ничего не вышло. Да. Газель спасла. Ну и ДПС помогла сегодня. Вот такая вот история. Пока-пока, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, пока-пока. Нарушение закона карается. Да. Ты пошел? Да. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин и Груши.